Рекомендую проверенный ресурс МД Регион. Ежедневные новости из мира поиска, тесты, обзоры, конкурсы с отличными призами. Плюс интернет-магазин с внушительным ассортиментом поисковой техники на любой вкус и цвет. Кроме того, интернет-магазин предоставляет огромный выбор катушек, запчастей и аксессуаров для поисковой техники любого производителя. Более 100 магазинов по всей России и Казахстану. Если ты хочешь приобрести надежный проверенный товар отличного качества, то вам в МД Регион. И ни один клад от вас не ускользнет. Ребята, всем привет! Итак, у нас сегодня новое путешествие. Август месяц, лето мы еще не видали. Ездим в кофтах, в куртках. 2 дня всего тепло было, ни разу не купались. Один раз на Бурмакинском пруду. Кто на лайв-канал подписан, тот видел. Кто не подписан, ссылочка будет в описании. Итак, у нас сегодня, смотрю карты. Телефончик нам компания Blackview подогнала. Для путешествий неубиваемый, водоударожаропрочный. Ихний он, как считается, позиционируют они, что это ихний флагман. С новым процессором Helio P70. Там у них искусственный интеллект, в общем, энергосбережение, все дела. Смотрите. У меня установлены карты здесь. Я смотрю, где мы сейчас находимся. Вот это мы находимся. Так. Это у меня куча карт здесь. И накладывается старая карта. Сегодня мы едем в одно очень интересное. В 2 места я планирую съездить. Посмотрим там, покопаем. Итак, телефон у нас 8 ядер. 2,1 ГГц. Потом у нас здесь что есть? 6 гигабайт оперативы, 128 встроенной памяти. Я здесь сразу же... А нет, не накатил. Я... Можно такой лончер у них. Обыкновенный. Также я поставил сюда от S9 лончер с меню. Он мне больше удобный, и все. Также у нас тут присутствует Wikimapia. Да, где мы сейчас находимся. Опачка, мы стоим на лесной дороге. BV 9700 Pro. Сразу же видим у них, да, 128 ROM, оперативы. Камера у них 16 двойная. Но это сейчас покажу я все, мы его сейчас потопим, пофотографируем. 2 слота сим-карты. Так что у них Android тут стоит 9-й. Вообще такая тема. Сейчас его достану. Опачка, вот такой. Еду, смотрю карты по нему. Сегодня едем мы в большое путешествие. Между прочим, водозащищенный, ударопрочный, как обычно надо кладоискателям, охотникам и всем, кто экстримом занимается, вот такие телефоны. Здесь у нас Gorilla Glass 5-го поколения, стекло идет прорезиненное. Видим, ударопрочный он, железными вставками. NFS есть, беспроводная зарядочка. Но я распечатку, ну, распаковку делал на лайв-канале, кто не видел, ссылочка будет в описании, можете посмотреть комплектацию. Дальше, есть у нас здесь сенсор отпечатков пальца, вообще шустрый. Чун-чун, краешек громкости, включение-выключение блокировки, сенсор отпечатков. Есть многофункциональная клавиша, на которую можно назначить любую программу. Едем мы на дальний кордон. Кто может захочет, между прочим, приобрести, ссылочку оставлю в описании. Переходите, покупайте такое. Ну, сейчас мы приедем, я еще им попользую. Монетки посмотрим через этот телефон. На дальний кордон. Сегодня планируем намотать 100 километров, может больше, если погода позволит. Погоды нету у нас, дни выбираем. Так что смотрим, не переключаемся, будет интересно, погнали. Что-то я попал, не попал, не вижу. Ты 10 раз по нему проехал. Заморали только телефончик. Видим, что ничего ему не делается. Помыли под водой. Сейчас мы его съездим, вымоем. Как раз в речке там будем проезжать и все. За одним по пути проверим все характеристики, заявленные заводом-производителем. Люблю я эти неубиваемые телефоны. Мы на него еще сейчас поснимаем.
Проблема данных девайсов, защищенных камер без стабилизации. Сколько у меня на обзорах было, ну, камера, конечно, фотографирует без вопросов, все четенько. Но видео снимает посредственно. Посмотрим данный телефон. Вырвется ли в лидеры по съемке. Поехали. Еще один тест. Мимо проезжаю. Сейчас мы посмотрим водоударопрочный тест. Такие еще никто не совершал слабонервным отойти от телевизора. Не найдем сейчас. Где телефон? Все. Что-то я его потерял. Не помнишь, куда я его ложил? Вот сюда, вот, да. Смертельный номер. Опачка, работает. Карты у меня. Сейчас мы его видим, что все четенько. Все четенько, все четенько. Опачка. Не повторять, опасно. Данный телефон рассчитан на удары на лужи, но на такие экстремистские действия, конечно, он... Это уже кощунство, я бы назвал. Ладно, едем дальше. Сейчас мы его помоем где-нибудь в речке еще. Сбросим и все. Смотри еще. Тут плиты, между прочим, бетонные. Экраном вниз, смертельный номер. Горилла 5 пятого поколения, смертельный номер. Что-то будильник включился. Все четенько. У меня, между прочим, защитное стекло лежит, я еще не наклеил. Здесь какая-то пленочка наклеена с завода. И все. Пук, вещичек. Она пакет, в грязь его завернуть. И сейчас мы около речки будем проезжать, его вымоем задним. Погнали. Вот это открой посильнее. Помыть надо его. О, а то как грязно-то вести. Все, на, держи. Юлечка меня помыла. Все, едем дальше. Сейчас мы в реку засунем. А, погоди, угол еще. Отмоем. Все, видим, работает. Едем дальше. Руки чистые. Надави на бутылку, пожалуйста. Готово. Смотрите, ребята, мы как по нему ездили. Стекло выдержала камера, смотрите, алюминий поцарапался. Да, царапины сделали. Вот это, да, и здесь стекло выдержало. Горилла глаз пятого поколения, точно. Весь. Это вот здесь мы буксовали на нем. Тут камни, бетон и все. Ладно, мы едем дальше, задержались. Помыли мы его из бутылочки. Чистенький стол. Все работает. Оператор, покажите. Опачка. Тут меню нету. Мне это вот не нравится, что меню нету. Не знаю, странное решение, но опять на любителей. Я же себе ланчер скачал и все. Сейчас у меня меню есть. Опачка, опачка, многофункциональное меню. Целая куча приложений, виджеты, настроечки. Вообще тема. Погнали дальше. О, еще один. Смотри. Сколько инструментов? Металлоискатель сломался у нас, блин. Посадочное место. Походу я часто раскручиваю. Откручиваю, когда катушку, я же разбираю постоянно при приезде. И стерлись контакты, и все. Сейчас я его воткнул, вообще не откажет. Ну или сейчас откажет, если покажу.
болтов навалял. Давай, хвата не будет. Ой, еще одна такая штучка. Это уже кованина. Покажи. Кованый. Что у тебя? Опять размазывая? Нет, нормально все. Можно по железу пособирать? Вон, покажи. Три штучки. Ветер сегодня сильный. А? Ветер сегодня сильный. Я там буду в наушниках работать, потому что ничего сигнала не слышу из-за ветра. Значит, там у нас уборка идет, покажи ее. Убирают силос. Комбайнеры, серьезные парни. Угу. Траву у нас дожди шли несколько дней. Какие просторы. Сейчас пару дней, наверное, сухо уже стоит. Второй день, да. Убирают. А мы едем дальше. Я заехал сюда, заскочил посмотреть, что здесь творится. Здесь деревни стояли. Ну ладно. Погнали. Едем дальше. Здесь рядом с деревней вот идет. О, смотри, черемухи сколько. Она да? Уже спелая. Пошли. Иди туда, покажи. Полакомимся. Покажи кирпичи. Здесь то ли хоздворы стояли, то ли фиг знает что. Сейчас я здесь металлоискателем покажу. О, смотри, колодец. Покажи, Юль. О, колесо. Колесо бросили в колодец. Вот ничего это, да? Себе. Смотри, черемухи сколько. Да, вкусная. Mm. Какая. Угу. Спелая уже, да? Вкусная? Крупная. Да. Сейчас я здесь покажу. Мне еще должно немножко. А два раза, смотри, осталось. Это запах такой. Пошел за металлоискателем. Какашками пахнет. Что это за сигнальчик? Знаю, 24. Ага. Точно ферма, наверное, была, да? Ампула, да? Это пенициллин. Угу. Шляпа. Шланги вон торчат. Резиновые. Они нас преследуют. Целый рой мух. Зато комаров нету. Ложки, шмошки, поварешки. Ну как без них-то жить? Монет нету. Но мы тут не будем задерживаться, потому что мы в другом месте едем. Так, пробежим сейчас и дальше поедем. Овса набрали с клевером. Горелым уже запахло. Думаешь, никак, там все? Никак не можем до этого доехать до места. Бутерброд у меня перекушу. Едем, жареным пахнет хлебом. По полям ездим, да и забиваться здорово, как бы не загореть. Сейчас доедем, скоро уже. Будешь? Хотел борщевики сбить, но он опасен, жалится. Сволочь. Падет на тебя такой борщевик. Нам говорят, много на солнечных лучах обжигают, а сейчас не обжигают. Не, он всегда может обжечь. Покажи красоту, какой он здоровый, красивый. Да, какие у него зонтики здоровые. Это все семечки потом будут. Будет много борщевиков. Проезжаем мимо старой деревни. Покажи. Вот деревня. Она стояла вдоль реки. Мы сейчас рядом с ней. Вот здесь она шла. Там дальше речка была. Сейчас мы здесь пробежимся и поедем дальше. Там у меня еще одно место есть. Весь день все катаемся. Вот там напротив тоже была деревня. Пойдем поищем. Ну что тут? Убежала с камерой-то, смотри. Только остановился, Юлька убежала с камерой.
У меня первая находка колечко и сразу же сережка, подвеска древняя. Здесь висюльки еще должны быть, их сейчас нету. Вот деревня шла, вот так, в один ряд она. Мы здесь были пару раз, находки здесь были, но все выбили. Здесь Екатерина попадалась, руб даже серебряный поднимали. Не знаю, что тут помимо едем, скосили все, думаю, дай пробегаемся. Я посмотрю, может еще что попадется, только начал. Колечко алюминиевое попалось еще. Монетос первый. Монеты, видим, есть. 55-й год, 15 копеек. Так. СССР. Значит, не все выбили. Давай по телефону посмотрим. По приложению. На, покажи там, сходи. Я буду дальше искать. Сейчас Юлька покажет цену. Юлька не успела монету вам озвучить, у меня рядом еще одна лежит. Это 10 копеек. Сейчас она почистит, вам тоже год скажет. Монеты есть. Сейчас здесь похожу еще немного. Комбайн куда-то помчался по своим рабочим делам. Он нас увидел. Смотрит. Две монетки, 10 копеек 56 года и 15 копеек 55 года. Сейчас посмотрим на приложение в телефоне. Так, приложение «Монета России». Смотрим, 55-го 15 копеек, цена 20 рублей. Сейчас посмотрим и вторую еще. Вторая у нас 56 года. Десять копеек. Тоже 20 рублей. На монету похоже. Что-то сверху, не знаю. Не, ложка. Опять ложка. Ага. Блин, нам медная, между прочим. На ложке. Заколебали, они не собирают.
горошек. Едем потерять. Мимо горохового поля. Сейчас. Мимо деревни проезжали. Копателей много. Сейчас поедем в сторону. В ту. Посмотрим, что там творится. Там уборка идет, горох убирают, мы сейчас поедим. Угу. Успеем парочку собрать. Похоже. Или не грузди. Это темная вегена. Смотри, сколько их здесь. А, они переросшие, да? Да. Так опять грузди растут не в таких лесах. А каких? Вроде грузди. Чем пахнет? Но они белые должны быть, а здесь поганчатые. Думаешь, ложные? Да, смотри. О, смотри, их там вон везде они. Красноголовки переросли. Все, да, они. Да. Блин. Никто не собрал их тут. Все на имя. В общем, мы заехали на старую деревню. Ну, едем мимо деревень, заходим. Смотрим, что да как. Я не знаю, поискать, не поискать здесь. Посмотрим, фундамент найдем. Видела, сколько есть? Да. Очень много. Все переросшие. Только включил металлоискатель, сразу же конина. Тут покопано нормально так. Не знаю, посмотрим, что есть. А вот чего еще нашли конину. Только нарядную. Конюшня она расставила. С узорами. Мне кажется, что-то такое тут было. Все-таки по объему здания. Хозяйственный двор. Лошади, коровы. Мисочка алюминиевая лежит. Красивая. Какая-то игрушечная. Может, тут чего-то. Соус подавали, может быть, не. Тридцаточка. Все корнями уплетено. Заросли такие. Это здесь. Опять пробка какая-нибудь, да? Монета? Есть, среди ям опять. Опачка, темно у тебя, да? Ну, тяжело, ладно, давай сейчас. Копейка. Копеечка. Сейчас мы ее... А, нет, две копейки. Две копеечки. Угу. Покажи у фундамента ее. Тут все перерыто. Копателями, а все равно монеты валяются. Так, иди на свет почищен. У меня где-то щеточка есть. Потом Юлька сходит, посмотрит, какой год. Что-то пахнет чем-то. Тут этот коровник рядом. Не знаю. Да. Смотри, у тебя там все видно. 1882. Две копеечки. Ты цену ходишь, глянешь? У меня с собой телефон, давай посмотрим. А ну да, смотри, я пойду искать дальше. У нас 1882 года. Это монета царской России. Приложение на телефоне. Правил Александр III. Так, смотрим. Две копейки. Сейчас. Смотри, я что, пока ты тут цены смотрела, выпала. На, покажи. По-моему, от велосипеда. На свет немножко увиди. Какой-то олень. Куда? А? Олень какой-то. Возможно, пойду, да, что-то. Город Горький. Тут чьи-то шапки, может быть. Эмблема какая-то. Может, кто-то знает. В общем, вот эти две копейки. $4. Базовая цена. Что-то прямо в подвале. Хороший какой-то сигнальчик там идет. О, круг железный, давай.
какой-то необычный. А ну да, отвечи. Тут Нина бьет. Лепендрос. Заколебала меня эта конина. Вон она, усыпана ее, эти конины. Серебрушки, шмушки какие-то. Интересное место, вообще на одном месте опять зашел. Куда заехали, вон квадроцикл стоит. Можно и копаться. Сейчас подальше туда пройдем чуть-чуть. У нас батарея, между прочим, садится. Юлька опять все высадила. На конюшне мы напали под седельник. Здесь вожжи пропускались. Угу. Целые еще. На этой стороне, видать, лошадей держали, на отводике, там монеты. Колокольчик. Колокольчик. От лошадей, да. Да, сломаны. Тройка была раньше. Лошадей, да. Сломаны, кормят. На GoPro снимаем, у нас там камера садится. Смотри, какая штуковина интересная выпала. Это подсвечник? А, вот он был как, вот так. Подсвечник. Ты думал самовар, да? Я думал, от самовара. Нет, канделябр. Ну, да. А, GoPro сядь, а то люки, телефон есть. На телефон еще поснимаем. И все. Сеть медь, заберем сумку. Там бросил квадроцикл. Да, сейчас почистим еще. Я конины набрал, мама, не горюй. Усыпано. Смотрите, какая плита железная. О, 5 миллиметров. Вести не на чем. Что за звуки? Это шляпа всякая валяется. Пойдем подождем. Ну что вы скажете? Мы сейчас лопату забыли, уехали уже, там место в лесу нашли. Ладно, домой не уехали. И раз, а лопаты-то нету. Ё-моё, перед глазами и не увидел. Возвращались же сейчас, 10 километров обратно. Сейчас перекусим, опять поедем. Там местечко нашли спахано. Ну, часть деревни, крайний дом. Сейчас пробегусь. И поедем во свояси, уже 6 час вечера. Нам еще 40 километров ехать. Пойдем посмотрим, сколько мы намотали сегодня. Пошли. Так, иди сюда, Эль, покажи. Уже 67 километров я намотал. В общем, соточку сегодня 68. Легко сделаем. Ну, 68. Намотали. Ладно, сейчас, если там интересно, что будет, покажем. Сейчас приедем. Сейчас мы на данный телефон. Юлечка пофоткает меня и видео снимет. И посмотрим, как видео пишет. Смотрим. Я и говорю. Сейчас посмотрим, как она снимает. Мы тут нашли местечко интересное. Нашли местечко. Сейчас пробегусь. Вон здесь кирпичи валяются. Видно, что дом стоял. Ну что, скажи что-нибудь. Что тебе сказать? Да не мне, зрителям. Бьюти-эффект, мне кажется, здесь присутствует. Выравнивает. Цвет кожи. Иди сюда. Что-то нашел уже сразу. Кольцо. Сверху, здесь, да? А, вот так, раз, бери на нем, оно сфокусируется. Нет, просто ты нажми. Нифига не фокусируется, нет, да? Нет. Ладно, не умеет камера давай фокусироваться. Давай попробуем, может быть, она. А? На что-то другое она фокусируется. Нет, вот она фокусируется. Кольцо. Мы просто не изучили. А с камнем, да? Нет, без камня. Еще порван. Камень... А, медное. Ищем дальше. Нет, она фокусируется, просто мы еще не поняли, как это делать. Я там не настраивал ничего, как из-под коробки, так и есть. Thank you.
Смотри. Серебро. Опять кольцо. Опять кольцо недоделанное из монеты. Серебряное. Очень много делали. Звучит как хорошо. Все, наверное, на сегодня мы поедем домой. Уже темнат. Вечерет. 7:00 вечера. Да, из монеты серебро. Кольплечечка. Интересно, здесь пахали. Ну тут уже все как окраина деревни. Сейчас покажем, что нашли. Смотрите, какая штука попалась. Может, квадроцикл? Еще идем. Опачка. Троечок, 49-й год. Лампочка мигает на камере, но пока снимает. Посмотрим. Ну давай, 49-й глянешь. Да закругляемся уже. Интересно, место спахали. Еще капендос выпал. Смотри. Опа, 48-й год. Копеечка. Почти погодовочка. Так, вон она, деревня стояла. Вот так сюда шла, два ряда. Ну, мы с вами весной приедем. Сейчас ловить нечего. И вот там край зацепили они деревни. Сейчас собираться будем. Самый ответственный момент. У меня звук на камере не записался. Ладно, переозвучу сейчас. Видим, что советики насобирали. Куча конина, я там перестал ее собирать. От автоваза запчасть, сережка, подвеска. Видим, что колечко серебряное. Из монеты зуб чей-то, непонятный чей. Колечки-шмалечки. Также полная сумка у меня цветмедий. Видим половник какой-то ручки старинный нашел. С печатями. Не знаю, от кого-то половника. Ну и полная сумка цветмедий. Там я там не стал доставать, просто неохота было укладывать. Находок много. Все, тут Юлечка, и прощаемся уже. Место здесь интересное.